Всем привет, друзья! Вы на канале «Вкусные истории». Сегодня с Лизой. Всем привет! Да, с Лизой мы сегодня снимаем «Океан Фиш». Появились суши. У них там целая сушильня внутри магазина. Мы на телецентре. Ну, знаешь, мне кажется, «Океан Фиш» они должны быть либо очень хорошие, либо очень плохие, потому что это как бы рыбный магазин. Да, в этом и фишка, что мы надеемся, что за счет того, что они продают рыбу, соответственно, и на сушах, на роллах не должны жалеть рыбы и всех остальных дорогих ингредиентов. Ну, либо они ставят туда просрочку. Мы сейчас это проверим. Напоминаю, у Лизы есть в Инстаграме блог. Она там ведет про еду, да, ну, расскажи. Обзорчики. Тоже на суши, на бургеры, также худею, даю какие-нибудь советы и бывают и рецепты. Мы взяли сет American Trio, самый дорогой, там есть практически все виды суши, которые они производят. Унаги маки и самон маки. Одни это... с лососем, а вторые с угрем. Да, это маленькие, ну в общем тут нори, рис, рыба в одних и во вторых угорь. Давай пробуем. Ну, они как... выглядят очень маленькими, прям как с мизинчик. Они ну, капец полного... какие маленькие. Вот так вот попробуем. Пробуем с семгой. Резиновые очень нори. Тяжело жуется. Жесть. И соус солоноватый. Мне не нравится соус этот. Тоже соленый, как обычно, вот это вот, чтобы скрыт вкус плохой Я рыбы. Соус даже уже не чувствую, потому что резиновые нори – это вообще жесть. Унаги маки у нас политы соусом либо терияки, либо соус унаги. Одноименный. Пробуем. Ну, мне не нравится. Точно так же плохо жуются. Но тут мне рыба, она больше чувствуется. Но все равно, ну я бы такое не купила. Даже за 60 лет. И рис плотный. Рис прям зернистый. Не такой, в общем, как должен быть. Ну, вот, чтобы проживать, это нужно вот так вот работать челюстями. Особенно если у вас брекеты, как у меня, то это вообще не ваш вариант. Это резина. Идем дальше. Наш старший научный сотрудник. А ну-ка, тебе тоже можно снять. Дай тебя сниму на свой. А его видно. Можем это оставить. Калифорнию хаваем, да? Я вообще не люблю Калифорнию. Там идет майонез вместо сыра. Я тоже не любитель. Я люблю пожирнее, покрупнее. Да, Калифорния, она либо с креветкой. Креветка не очень яркая по вкусу. Либо с крабовыми палочками. Они также не очень яркие по вкусу. Ну, давай попробуем. Ладно, потом кстати, маки стоят по 60 лей отдельно, без сета. Калифорния стоит 100 лей. С креветкой 100 лей. Оп. Пробуем. Но это мясная штука. Да, я почувствовала креветку, прям ярко выраженный вкус. И не такие противные, как я обычно ем в Калифорнии. Они мне не заходят, потому что они суховаты. А но тут, здесь, в принципе, здесь огурчики сочные. Есть. Да, здесь просто какой-то соус. Смотри, вот креветка, огурец, и это все в соусе. Но нори опять же жесткая. А ну я еще одну слопаю. Давай. Я все попытаюсь. Оп. Икра. Икра офигенная. Она крупная, смотри какая. Ну, эти вкусные, мне понравились. А эти вкусные, действительно вкусные. Я уже не возлагала надежды на суши, если честно, после тех. Спору нет, эти вкусные. Мне понравились. Вот мне реально. Тоже. Мы оба стояли, говорили, что мы не любим Калифорнию, и тут нам понравилось. Но это уже хороший знак. Васаби прикольный. Но у него мягкий вкус, не такой, знаешь, бывает острый-острый, у тебя глаза сразу слезятся. Аж закашливаешься сразу, тут нет такого. Да. Так. Что, пробуем Канаду. Ой, смотри, как это плохо. Это вот она прям какая помятая. Да, не все помятые. Пробуем Канаду. Канада мои любимые. Филадельфия, Канада, это у меня топ. Канада отдельно стоит 120 леев. Она также полита соусом. Пробуем. Они сливочные. У них есть сыр. Чувствуется угорь. Мясные. И там внутри должен быть лосось, по идее. Да, и вот он тут есть, я вижу. Да, вот здесь я уже тоже вижу. Сливочный сыр, угорь. Внутри еще немножко лосося. По-моему, огурчики. Вряд ли это авокадо. Да, огурчики. Рис и нори. Есть огурчики. Да, огурчики. Чуть-чуть огурчиков да, здесь есть. Что мне прям понравилось. Бери, бери. Канада, значит, нам понравилось, да? Да, мне прям очень понравилось. Мне тоже это понравилось. Одна из Я, наверное, неплохих. Первый раз ем вкусную Канаду. Обычно это я хочу непонятно сказать что. Тебе, что 120 лет за Канаду – это вообще дешево. Канада обычно стоит от 130 и... Ну, угорь дорогой, понятно, да. И за свою стоимость она очень хорошая. Но это все-таки рыбный магазин, на что мы надеялись. Но в прошлых маленьких тоже был угорь, и там было ни о чем. Ну, потому что его там очень мало было. Филадельфия. Последнее на сегодня, что мы пробуем. А. Ну, здесь рыба разъезжается, прям мы ее еще не трогали. Меня вообще, смотри, она уже разваливается. Но ее много. Здесь достаточно. Сливочный сыр, огурцы и рыба. Не самый толстый слой, кстати. Я, честно, даже не знаю, к чему придраться. Прям хочется, но я пока не придумала. Но рыба мягкая.
Она мягкая, она такая свежая, во всяком случае. Нет привкуса лежалой. Она разъезжается. Нет привкуса лежалой, но она прям не супер свежая. По виду мне не нравится, например. И нарезали небрежно, вот честно говоря. Да, такое, знаете, как это? И так сойдет. Да. Думаете, как я говорила. Вот, кстати, какой он тут тоненький, а какой тут уже толстый. Да, есть такое дело. Калифорния, Филадельфия и Канада. Мне здесь Филадельфия вообще не понравилась. Обычно всегда Филадельфия в сетах самая вкусная. Ну да, правильно? Она должна быть самая лучшая, потому да. что... Ну, это часто самая популярная, да. Но здесь мне понравилась и Канада, и Калифорния на одном уровне. Это очень вкусные роллы. Стоит брать весь сет? Весь сет нет. Унаги вообще мне не понравилось. Не унаги, маки. Вообще не понравилось. Вот если эти три, в принципе, да. Я взяла и даже посоветовала бы их. Если бы у них был сет чисто из трех, и он получился бы как бы со скидкой, да, не по то полной цене, хорошо, да. то можно брать. Вот эти три штуки, Калифорния, Филадельфия и Канада, неплохие суши. Мне кажется, они тебе не понравятся, потому что они вот именно выглядят больше всего небрежно. Небрежно? Ну, тут очень много огурца, смотри, сыра поменьше, да, это сравнивать, конечно, Канада лучше. Это далеко не самая вкусная Филадельфия из того, что... что я ел. И напоминаем, этот сет стоит 339 леев и весит... Килограмм 60 грамм. 60 грамм, да. Ну, грубо говоря, кило. Мне кажется, да? 60 грамм весит эти маки. Не самый тяжелый сет за такие денежки, честно говоря. А ну, маки да, здесь... Это... Маки везде ставят в сеты для весу и для виду, для объема. В общем, друзья, вот такие вот у нас сегодня суши, трио, American Trio Set, рыбный магазин Океан Fish, суши, все. Не болейте, не грустите. Пока-пока. Всем пока!